Ребята, вы на канале Алан Тандамали, и сегодня я себе купил новый нёрф. Давайте его распакуем и посмотрим, какой. Это нёрф из серии Элит. Давайте распакуем его, сейчас скотч отрежем. Отрезали. Сейчас посмотрим, что внутри скрывается. Ого, ребята! Ого-го! Вот инструкция у нас тут идет. Сейчас посмотрим. Угу. Ну, ничего сложного, в сборке нету. Угу. Сейчас нужно это все распаковать, ребят. Вот, это уже идет пистолет. Как бы. Ого, ребят, что это тут такое? Ого, ребят, это не нерф. О, это туда эти. Нужно пушку вставлять. Ого, ребят, крутяк. А, хотя, можно это вот так делать. О, так быстрее даже. Это как бы типа глушителя. Ну, я так думаю, предполагаю. Мне лучше сложится. Это уже типа, когда так заряжаешь его, перезарядка, я так думаю. Сейчас доставим пульки. Вот пульки у нас. И последнюю детальку. А вот это самое трудное, как это достать повод. Вот. Это типа уже подлокотник, ну как это называют, я не знаю, ребят. Детская штучка, ребят. Так, давайте соберем это. Вот. Это уже мусор в сторонку. А давайте, ребят, как-то... Как интересно это снимается. Или это прям так? Как ты заряжать-то пульки? Я, ребят, не знаю, как заряжать пульки. Так. Стой, она его ходит. Я понял, как это делается. Я вставил туда пульки и все сделал по инструкции. Сейчас нам осталось вставить две последних детальки. Вот сейчас это типа глушителя. Я так это буду называть, это глушителем. Но он мне потому что напоминает глушителя. Вот это, он еще длиннее стал. И вот эту штучку держалка, так скажем. Нужно ровно вставить его. Ага, вот. Ну, сейчас я, так скажем, буду показывать, как он стрелять будет. Он такой крутой, ребят, он мне очень нравится. Вот, типа, тут это магазин, запас, ну, пулек. Можно эту вещь снять, ребят. Она снимается. И получится у нас, что вот получится чуть-чуть поменьше него. Но, во-первых, здесь будет такая штучка, и здесь неудобно, будет больно. И лучше мы оденем это. Надеюсь. И сейчас мы будем приступать к стрельбе. Давайте посмотрим, ребят. Вот я поставлю эту коробку, и он собьет ее, ну как понять, я попаду в нее. Но она упадет или нет? Ну, я думаю, что упадет. Сейчас мы будем стрелять. Чик-чик. Угу. О, да! Мы поразили эту цель. Да.
ребят, я сейчас буду стрелять от моего нового нерф. Я такую же штучку тут нашел. Смотрите, это спускается и поднимается. Это как бы стрелять по мишени точно. Сейчас посмотрим. Я хочу парню в глаз стрельнуть. Я попаду или нет? Ну, так скажем. Ого! Как он мощный! Как он мощный! Ну, к сожалению, почему-то крепко такая. Блин, пульки закончились. Вот этот отходит в виде концу. Все-таки крепкая коробка оказалась. Ну, ребята, это подходит видео к концу. Всем пока-пока. Ставьте большие смачные лайкосики. Подписывайтесь на мой канал Антенда Мали. Всем пока-пока. А я буду продолжать заряжать мой новый бластер и стрелять по коробке, пока она не упадет. Если она упадет, вы должны большой-большой лайк поставить из-за этого.